наказание. Посмотрите, какой солнечный цветок. Приятно смотреть на него. Известно около 40 видов газаний, родина Южная Африка. Поэтому многолетнее газание считается условно многолетней в нашем регионе. Зимой она вымерзает. Но красивые соцветия ради ее красоты стоит выращивать в садах и на клумбах. Соцветия диаметром 8 см и самой-самой разнообразной окраски. Газания очень легко выращивается, исключительно засухоустойчиво, но тепло и светлолюбиво. В тенистых местах газания цвести не будет. В пасмурную погоду цветки закрыты. Без проблем зимует в помещениях. Я лично выкапываю осенью кустик из грунта, пересаживаю в горшок, храню месяц на лоджии в светлом прохладном помещении, сильно не поливая. А в начале весны выставляю на солнечный подоконник, и цветок радует всю весну и цветет в квартире. Потом высаживается в грунт. Размножается семенами и черенками. Советую.